Простите, шеф. Доктор Гастингс, как Джеймс? Джеймс, он неважно себя чувствует, но состояние стабильное. Я поеду готовить дом к приезду сына. Да, доктор, не подведите меня. Через 3 дня я заберу Джеймса отсюда. Непременно. Хорошо, миссис Харпер. Мы уложимся в срок. Скажите, доктор, а что, Джеймса можно перевозить? Нельзя, Сандра. Нельзя. Просто из 2 зол приходится выбирать меньше. Ладно, если хотите видеть мужа, можете пройти в палату, он уже не спит. Да, и попросите его не вставать с кровати, когда личный врач запрещает. Джеймс вставал? Вставал, Сандра, вставал. Ночью сам дошел до туалета. Хотя, может быть, это и спасло ему жизнь. Извините, Сандра, у меня много работы. Да, конечно. Здравствуй, милый. Здравствуй. Здравствуй, родная. Как Кора? Хандрит. Все-таки обстановка в доме сейчас не самая благополучная. Ну, ты знаешь, здесь немногим лучше. Мама хочет забрать меня домой, я рад. Мне до смерти надоели. Зачем ты вставал? Гастингс уже нажаловался. Если б ты знала, как я хочу домой. Милый, ну потерпи еще немного. Я тебя умоляю, потерпи. Ну, пожалуйста. Тебе легко говорить. Но не обижайся. Ну, не обижайся. Ну, ты же знаешь, как я устал. Ну, ты же сильный. Ты справишься. Слушай, знаешь, о чем я сегодня утром подумал? Я вдруг вспомнил, когда на меня в первый раз покушались. Мы ехали с Чарли в машине, и за нами в другой машине ехала тоже женщина. И вчера в палату тоже заходила женщина. Это не может быть просто совпадением. Да, возможно. Надо сказать Мельдерсу, чтобы не пускал сюда незнакомых женщин на пушечный выстрел. А знакомых? Знакомых уж ладно. А то мне совсем скучно будет. Ты прости меня, я не успел посмотреть твой отчет. Голова кружилась, видимо, от той гадости, которая меня все время пичкает, Гастингс. Ты Андрею позвонила? Да. Он обещал немедленно заняться проверкой отчета. Но ты не думай об этом. Я обо всем позабочусь сама. Ты нам нужен здоровым. Хорошо. А то сегодня мне еще хуже, чем вчера. Голова вообще ничего не соображает. Такое ощущение, что Гастингс увеличил дозу своего снадобья, чтобы у меня даже мысли не было вставать с кровати. Ну, потерпи, потерпи. Милый, мне пора. Нужно кое-что проверить. Дезерт подготовил материалы. Пока, милый, будь умницей. Здравствуйте, миссис Харпер. Добрый день. Да, даже не знаю, что сказать. Сам понимаешь. Дезерт, это Сандра. У вас все готово? Спасибо. Я буду через 15 минут. Про Джейн Корпорейтед удалось узнать только одно, что это не лондонская фирма. А откуда она?
Неизвестно. В Лондоне у них есть офис полномочного представителя. Заправляет там некий Элайджа Дрейк. Тоже темная лошадка. Я 20 лет в нефтяном бизнесе, но никогда не слышал этого имени. Странно. А где находится их офис? В Парк Плейс. 22. Довольно-таки престижное место. Как всегда, чувствуется размах. Извините. Нет, нет, ничего, это мысли вслух. Что-то еще? Да. Информация очень неутешительная. Они давно уже скупают наши акции, действуя через посредников. По приблизительным подсчетам, у них на руках около 20%. Ну что ж, Дезерт, похоже, за нас взялись всерьез. Ситуация крайне серьезна, миссис Харпер. Все может закончиться катастрофой для корпорации. Но зачем же вы так сразу сдаетесь, Дезерт? Мы еще посмотрим, кто кого. А сейчас, во-первых, нужно срочно приостановить продажу наших акций. Во-вторых, никаких сделок по месторождениям. В-третьих, проверить все данные геологоразведки. Ну и, наконец, пора наведаться в логово врага. К тому же сейчас он этого меньше всего ожидает. Да, Дезерт? Еду к таинственному Элайджа Дрейку. Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь? Я хотела бы встретиться с мистером Дрейком, лондонским представителем компании G Incorporated. А у вас предварительная запись? Нет. Но мне кажется, он меня примет. Минуточку. Мистер Дрейк, миссис Сандра Харпер просит ее принять. Хорошо. Мистер Дрейк вас примет. Как мне к нему пройти? А по коридору. Первая дверь направо. Благодарю. Добрый день, мистер Дрейк. Миссис Харпер, добрый день. Прошу вас. Благодарю. Не скрою, удивлен вашим визитом. Насколько мне известно, корпорацию Харпера и компанию G Incorporated, которую я представляю в Лондоне, не связывают деловые отношения. Да. Но появление вашей компании на британском рынке вызвало большой интерес в корпорации. Поэтому я сочла нужным познакомиться с вами лично. Я слушаю вас. Повышенный интерес вашей компании к акциям нашей корпорации вызывает некоторое замешательство. Миссис Харпер, наша компания, по возможности, приобретает исключительно те акции, которые кажутся нашим экспертам надежными. Поэтому я не вижу повода для вашего беспокойства. Наоборот, факт покупки нашей компании акций корпорации Харпера говорит о серьезной репутации последней. Возможно. Но G Incorporated с помощью посредников приобрела у нашей корпорации несколько нефтяных месторождений, объявленных истощенными. И? И нам стало известно, что в последнее время на этих месторождениях вновь идет прибыльная добыча нефти. Получается, что выводы нашей экспертной комиссии под руководством Ричарда Грея были, мягко говоря, ошибочными. Миссис Харпер, я, к сожалению, не знаю господина Ричарда... Грея. Грея и возглавляемую им комиссию при
покупке месторождения мы основываемся исключительно на мнении наших собственных экспертов. Что ж, очевидно, в этот раз они оказались более квалифицированными. Либо Ричард Грей был подкуплен и сфабриковал ложные заключения, тем самым подтолкнув руководство нашей корпорации к продаже прибыльных месторождений. Миссис Харпер, я не понимаю, почему вы с этим вопросом обратились к нам. Неужели служба безопасности, корпорации не может разобраться в этом без нашей скромной помощи? Ведь ни по запасам, ни по добыче, ни по переработке наша компания не может быть серьезным конкурентом или потенциальным партнером корпорации Харпер. Вы правы. Но, тем не менее, мне хотелось бы познакомиться с владельцем или с владельцами Джин Корпорейтед. Владельцы Джин Корпорейтед предпочитают действовать через своих полномочных представителей. Тем не менее, они сегодня же будут осведомлены о вашем визите и свяжутся с вами, если сочтут нужным. Я могу быть еще вам чем-нибудь полезен, миссис Харпер? Благодарю вас. Всего доброго. Всего вам самого доброго, миссис Харпер. Кэт! 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 Скажите, кто была эта женщина, которая вошла в лифт? Вы о ком? Рыжая, в джинсовой куртке, в темных очках. Кто она? У нас нет рыжих сотрудниц. Может, это посетительница мистера Дрейка? Миссис Харпер. Только что в коридоре я видела женщину. Рыжую, в темных очках и джинсовой куртке. Я хотела бы знать, какое отношение она имеет к вашей компании. Но у нас нет сотрудницы с рыжим цветом волос. Но, может быть, это была ваша посетительница? Уверяю вас, я сегодня никого не принимал. Никаких посетительниц. Ну, кроме вас, естественно. Тогда я хотела бы знать, что делала эта женщина в вашем офисе в разгар рабочего дня. Я понятия не имею. Извините, я ничем не могу вам помочь. А может быть, она приходила к кому-то другому? Она шла с противоположной стороны, не от вашего кабинета. Миссис Харпер, уверяю вас, с противоположной стороны все комнаты заперты. Наш офис переезжает на новое место, и большинство сотрудников находится там. Сегодня здесь только я и мой заместитель. Да, его кабинет находится рядом, но его нет на месте, потому что сегодня утром он уехал по одному моему важному поручению. Скорее всего, вы ошиблись. Извините. Да, я поняла. Хорошо, сейчас сделаю. Миссис Харпер! Миссис Харпер, вы кого-то ищете? Миссис Харпер, кабинет мистера Дрейка находится в другой стороне. Миссис Харпер! Мне нужен туалет. Туалет? Он тоже находится в другой стороне. Давайте я вас провожу, а то вы опять заблудитесь. Спасибо, не нужно. До свидания, миссис Харпер.
может знать, жива ли Кэт. Еще чашечку кофе погорячее. Да, а то этот совсем остыл. И принесите, пожалуйста, телефон и справочник. Спасибо. Спасибо. Вот, пожалуйста. Молодой человек, вы что-нибудь выбрали? А, нет еще. Может быть, вам что-то подсказать? А, да, вы знаете, я хотел спросить насчет вина. Будьте добры. А, одну секундочку. Скажите, а в каком случае телефон жителя Лондона может быть не напечатан в телефонной книге? Только если справочник был напечатан после его смерти. Или если этот человек переехал из Лондона. Ах, переехал. Конечно, переехал. Что-нибудь еще? Нет, ничего не надо. Спасибо. Угу. Ешь, иначе ты никогда не вырастешь большим тигром. Здравствуй, моя родная. Мамочка, ты пришла. Да. Ну, как ты себя чувствуешь? Очень грустненько. Почему? Маму нет и папу нет, а котенок стал совсем непослушным. Иди сюда, садись, Ну-ка. А что у нас с котенком? Он шалит? Он не хочет вырастать большим тигром. А ты думаешь, что все маленькие котята вырастают в больших тигров? Конечно, если едят много полосатой еды. Значит, у котенка пропал аппетит. Да нет, нет. У него просто мама и папа заняты делами, ему грустненько. Прости меня, моя хорошая. А хочешь? Хочешь, мы с тобой завтра целый день проведем вместе? А когда папа приедет? Скоро. Очень скоро приедет папа, и мы опять все будем вместе, да? И тогда мы поедем... Куда мы поедем? В гости к Микки Маусу. Да. Мы поедем в гости к Микки Маусу, Диснейленд. Ура! Ура, 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 ура! Мам. Ты рада? Да. Я очень-очень рада. Скоро опять все будет хорошо. Мы будем все вместе. Мы тебя с папой очень любим. Скоро! Мисс Кора! Где вы? Мисс Кора! Мисс Кора! Мисс Кора! Мисс Кора! Мисс Кора! Простите, миссис Харпер, Коры нет в комнате, я не знаю. Шш. Простите.
Харпер, как вы относитесь к тому, что у вас родилась дочь, а не сын, наследник? Вы знаете, я счастлив, что у меня есть дочь. Я просто очень счастлив. Спасибо. Принц любил Белоснежку, и Белоснежка любила принца. И они поженились, и жили вместе долго и счастливо. Как вы с папой. Конечно, моя хорошая, как мы с папой. Миссис Харпер, посыльный принес для вас письмо. Спасибо, Ричардс. А другую сказку? Сейчас, моя хорошая, мама прочитает письмо, а потом мы прочитаем другую сказку. Угу. Мама, читать. Кора, поиграй сама. Необходимо встретиться завтра в 17 часов в гостинице «Медоуз» номер 11. Максим Окунев. Алло, шеф. Она в 11 номере. Понял. Значит, в офисе у Дрейка действительно была Кэт. Кто меня сюда вызвал? Сейчас не время для эмоций, детка. За тобой последнее время постоянно и везде следят люди Мелдерса. Я уверен, это по приказу твоей свекрови. Так что времени у нас очень мало. Объясни мне, что происходит. Не здесь и не сейчас. Завтра в 11. Вот карта. Здесь обозначен маршрут. Там машина, ключи. До машины доберешься пешком. Постарайся избавиться от хвоста. Вот и Мелдерс. Идем со мной. Thank you.
идиот, ее нет в номере. Здесь вообще никого нет. Что? Ты уволен, вот что! Что Мельдер знает о Максиме? Практически ничего. Кроме того, что ты перевела деньги ему на счет. И, скорее всего, он тебя чем-то шантажирует. А что ему нужно было здесь? Добыть на тебя компромат. Это Лиз. Да, скорее всего. Она, видимо, всерьез решила разлучить тебя с Джеймсом. Кто меня сюда вызвал? Где Максим? Сюда тебя вызвали мы. Вы это G Incorporated? Ты по-прежнему хорошо складываешь 2 и 2, детка. Кто стоит за G Incorporated? Ты? Нет. Грехом. Это не важно. Мне пора домой. Там у входа Мельдерс. Можем выйти через запасной. Мне незачем прятаться. И нечего скрывать. Даже от Мельдерса. Ты все такая же отчаянная, детка. Я не знаю как, но если вы не обнаружите ее в самое ближайшее время, я вас всех уволю к чертовой матери. Думайте, думайте. Кретины. Вы все кретины. Срочно взять под контроль такси номер LF55YHD. Да. Она только что уехала на этом такси из этого чертового отеля. Привет. Привет. Я заждался. Я всего лишь ступень на твоем пути. Больше тебе знать не надо. Ну что, поехали? Нет. Я хочу знать о тебе все. Все в порядке? Не хочу, не хочу, не хочу. Мисс, с вами все в порядке? Нет. То есть, да, я уже ухожу.
Всего доброго. Я не знаю, как вас благодарить, Анна. Правда, нам опять с вами не удалось сегодня поработать. Но если б не вы, мне кажется, я бы умер с тоски. Перестаньте, мистер Джеймс. На моем месте любой проявил бы участие. Ну что вы, Анна. Вы такая добрая. Вы удивительная женщина. Мой рабочий день закончился, мистер Джеймс. Но если вы хотите, я останусь еще. Но это уже было бы злоупотреблением. С моей стороны, вы и так сидите здесь целый день. И я, как порядочный человек, должен был отпустить вас еще с утра. Вы не переживайте, мистер Джеймс. Вы очень скоро поправитесь, и мы с вами наверстаем все упущенное. Анна. Да? Вы просто ангел. Если бы вы только знали, как я устал лежать в этих стенах. Правда, завтра меня уже перевозят домой. Я надеюсь, там я быстрее поправлюсь. Что с вами, Анна? Вы чем-то расстроены? Это очень хорошо, мистер Харпер, что уже завтра вы будете дома. Значит, я вам больше не нужна. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, Анна. Я не собираюсь с вами расставаться. У меня еще в жизни не было такого толкового секретаря. А что вы скажете, если я вам предложу постоянную работу в качестве моего личного помощника? А? Я буду очень рада, мистер Джеймс. Алло, Мелдерс, все замечательно, клиент почти готов. Все остальное, я думаю, вопрос всего лишь нескольких дней. Кстати, сейчас пью за это, и здесь полно желающих составить мне компанию. Ты не хочешь присоединиться? Да нет, не могу. Ты отдыхай. Ты славно поработал. Ну и как хочешь. Мелдерс, что вы делаете здесь в такой час? Что я здесь делаю? Видите ли, миссис… Харпер. Мне нужно было все подготовить к приезду мистера Харпера. Нынешний режим охраны дома недостаточен. Нужно было усилить систему наблюдения за парком. Благодарю вас, Мелдерс. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Мистер Мелдерс действительно прекрасно справляется со своими обязанностями. Его люди следят за мной круглосуточно. Мелдерс, вы выполнили все мои поручения как должно. Я очень довольна вами. А не слишком ли усердствует Мелдерс, выполняя ваши поручения? Я знаю, Лиз, что для вас все средства хороши. Но я хотела бы вам напомнить, что Мелдерс нанят на службу не вами, а Джеймсом. И только Джеймс вправе давать ему поручения. Браво, Мелдерс. Вы на верном пути. И тогда медвежонок решил погулять один, без мамы.
Он убежал далеко-далеко в чащу и не вернулся. А вечером… Мисс Модест, оставьте нас, пожалуйста, вдвоем. Я буду у себя. Хорошо, я позову. Кора, ты на меня обиделась? Никто меня не любит. Никто, никтошеньки. Иди сюда. Маленькая моя. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда запомнила. Что бы ни случилось, мама тебя любит. Мама тебя очень и очень сильно любит. Я буду тебя всегда любить, слышишь? Я тебя, мамочка, буду любить всегда, всегда, привсегда. Где ты был так долго? В пробке. Какого черта ты выключил мобильный? Я не могла с тобой связаться. Что-то случилось? Нет, просто мы ждали тебя раньше. Он в кабинете? Да. Урмас. Я буду у себя. Мне нужно поработать еще сегодня. Я встречался с ней. Дал все инструкции. Она приедет завтра. Я уверен. Пожалуйста,
Помогите ему. Потом вернете сюда. Хорошо же. Здорово, Макс. Спасибо, ребята. Пока с вами. Спасибо. Папочка! Ну, как ты жила без меня? Грустненько. Ну, что такое? А тебя что, ножки заболели? А, немного. Скоро все пройдет. С возвращением. Здравствуй, мамочка. Здравствуйте. Здравствуй, дорогой. Пойдемте, я покажу, где комната мистера Харпера. Как ты? Хорошо. Милый, мне нужно будет срочно уехать. Как только вернусь, я сразу тебя зайду. Наконец-то дома, а ты куда-то бежишь? Может, ты перенесешь встречу? Я так соскучился. Не скоро. Я не могу перенести встречу. Это встреча с нашими конкурентами. Я тебе писала о них в отчете, помнишь? Нет, я очень плохо себя чувствовал и не смог прочесть. Прости. Хорошо, дорогой. Тогда отдыхай. Я приду и тебе все подробно расскажу. Хорошо? Угу. Поторапливайтесь, любезный. Мистер Харпер устал от переезда. Я хочу с папой. Папочка устал. Ему нужно отдохнуть. Шеф, я ее потерял. Не знаю, как сквозь землю провалилась. Да, 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 я понимаю, да. А что я могу сделать? Ну, да, я понимаю.